Ух ты, это седло. Костюмы национальные. Это из верблюжьей шерсти? Прелесть какая, игрушки из верблюжьей шерсти. Караван пустыни белый. Поклажу несет. А сколько такие стоят? Ну вот белые вот эти вот, они почем? Верблюды. Это для дома, вот такие небольшие. Ой-ой-ой, ничего страшного. Тут есть специально это, чтобы повесить. И что, они оберегают? Да, в сумках должна быть полынь, и каждый год надо менять его. На видное место. 1000 рублей стоит. Ага, понятно. Ну, когда где-то что-то болит, нужно солнце поставить, энергия дает тебе болит, снимает. То есть это еще и смысловую нагрузку, это не просто игрушки, это обереги. Обереги, да. Потому что